Влад, привет. Привет. Поздравляем тебя с победой в каноэ четверки на дистанции 500 метров. Расскажи, пожалуйста, твои ощущения, как в таком тоже звездном экипаже выступать и какие ближайшие планы? Здорово все получилось. Было немного волнения, то, что конкуренты у нас серьезные собрались. И, ну, в принципе, все здорово, классно. Получилось себя реализовать, никаких сбоев не было по дистанции, четко отработали. Все, ребятам всем спасибо за проделанную работу. А скажи, вот ваши основные соперники какие были вот сейчас? Экипаж, который стартовал по третьей воде, там Захар Петров, Миша Павлов, Паша Петров и Илья Перухин. Наверное, они основные. Ну и ребята еще, молодежная четверка, тоже серьезные конкуренты, поэтому заезд был достойный. Как вы всегда говорите на трансляции, одни чемпионы мира собрались. Но скажи, что это приятно всегда выступать в такой серьезной компании, и у вас всегда есть именно вот это, как сказать, друг с другом боретесь, и потом показываете высокий результат уже на международных стартах. Да, это действительно здорово, что в России есть столько именитых спортсменов, и конкуренция такая у нас хорошая. Плюс к этому всему вы еще так здорово освещаете. Мне кажется, что у российской гребли большое будущее благодаря вашей проделанной работе. Спасибо большое за твое интервью. Спасибо.